Так, ребят, сегодня у нас десятка. Сегодня будем мы с вами дроссельную заслонку чистить и клапан холостого хода. Машина глохнет, обороты плавают. Так что такая проблема. Нам надо сейчас будет открутить вот этот патрубок. Освобождаем все. Ну, в процессе буду показывать. Вот отсоединил вот эти патрубки. Сейчас убираем. Будем дальше продолжать, чтобы нам было вот эту вот всю приблуду снять, сам инжектор. Трубки отсоединили. Теперь нам надо отсоединить провод. Аккумулятор мы отсоединили специально, чтобы ничего здесь, у нас фокусов не было никаких. С этой стороны надо болты открутить. Сейчас открутим, опять включусь. Ребят, две гайки открутил. Одну здесь, другую вот с этой стороны. Теперь можно его снимать нам. Охлаждающая жидкость капает, ничего страшного. Так, дальше что? Вот он, клапан холостого хода. Тоже сейчас будем его откручивать. Как, кстати, посмотрим, что у нас с дроссельной заслонкой. В принципе, она, ну, грязновата, но не так критично. Но мы ее все равно попшикаем, сделаем процедуру ей. Открутил два болтика. Можно теперь потихонечку доставать отсюда его. Вот он вот так выглядит. Сейчас будем ему делать профилактику. Вот. Начнем. Сейчас я его положу, чтобы он не выскочил. Вот так вот. Вот есть такая штука. Очиститель карбюраторов. И ей сейчас буду везде все прочищать. Ребят, мне неудобно, но это примерно вот так выглядит. Здесь потом тряпкой надо все протереть и опять пропшикать кисточкой. И внутри, где сам стоял этот клапан. Вот как-то вот так. Все пропшикаем, все везде. Сейчас мне просто оператора нет, вот мне приходится так. Ну, вы меня поняли. Вот, везде все протираем, все кисточками там, все четко все делаем, чтобы вообще ничего не было. И потом уже будем устанавливать. Сейчас я все сделаю, все процедуры. Также дроссельную заслонку, все прочищаем. Решил вот показать все же, вот как эта вся процедура чуть-чуть хоть делается. Он грязи сколько много. Вот. Ребят, вот так должен инжектор выглядеть. Как у кота, сами знаете что. И также клапан холостого хода. Все, начинаем мы дальше сборку в обратном порядке. Вот, ребят, собираем обратно все. Как соберу, буду заводить, я тогда уже включусь. Ребят, в итоге было принято решение поменять вот этот вот шланг. Он был какой-то такой, ну, треснутый. Ну, там сейчас свечки просто так уже влезли, так влезли. Проверили фильтр новый, все нормально. Сейчас будем после всего этого заводить. Давай, заводи. Ребят, машина холодная. Ну, в принципе, вот как-то так. Все работает, слышите, видите, что устойчиво, ну, можно сказать, равноценно как-то. Ну вот, кому понравилось, ребят, ставьте лайки, кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал, всем удачи!